это чревато последствиями. Шай принес пеком стоящий. Ну, танк. Ой, шейпер, шредер. Так тебе и тянет его шейпером назвать. Нет, Донателло это я или Робопояс, понимаешь? А он не Донателло, нихуя. Я кулаки разбафал, лак. Там, если что, подскажешь, как поставить лучше, если неправильно. А покажет, если кикай береми, я готов. Да и рыбку пожрать, я только поставили. Блять. Меня откинуло. Что это мне? Не успел, я его таги взял, когда подбегал на борт.
ДЦ, дай на звезду антифир, пожалуйста. Шам, зайди в толпу, на котором драконы. В Кмэплс. Слышка отбежали. Тех, кто в рейд попал, полетим ТК сразу, чтобы засумонить, быстрее пройду. Заманчивое предложение. Мангал, давай, порт. Это и на магу, я там помогу засмонить. Знаешь, почему долго войт? Потому что некоторые РДД, чтобы переводить, сука, они убили, блять, трэш. Вот и все. Тебе сказал, почему долго. Вот и все. Потому что били трэш, а не Оню. Вот и все. В смысле, блять, а как же я?
Море всегда хуету делает. Вот. Да, с Ильем в пятой пати. А. Привет, народ. Место есть? А дополнительный рейд будет в 9. Ребят, ну подлетите, тыкните уже на этот сраный портал. Да. Вон народ, все. Все, все здесь. Я уже везде. Ребят, кто на замене? Полетели сразу к магику. Сейчас опять туда один прилетишь и будешь орать, тыкните кто-нибудь. Зачем? Тебя просто возьмут в восьмую пати, потом кикнут. В чем проблема? Я. Пережить испытания войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Павки Архейта. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Фанки. Кто какую змею?
собираешь рядом. Ну я не вижу, я по всем рейду вроде пошел. У меня уже нету этого. Да. Ну так проебалась, сори. Да, смысл. Да. Ну там хил плохой, там 203 строя без чар и сакета. Берсерк увечья. Кто танчит, я или Шредер? Перед вами Шарацус, эредарский повелитель пылающего легиона.
Тут нельзя за портал заливать. Тут... Дайте сальву, пану. Да? Это было вчера. И, кстати, пан в АФК, он тебя не слышит, докладывает. Ну, потому что в канале АФК он сидит. Не знаю, ну вот посмотри канал АФК, пан. Вот два канала АФК. Ну, кстати, у них хватает разных. Панса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно. Ну ладно. Олеся, тебе штаны попробую. Надо? Нахила? Вы победили демона. Теперь вас ждет новый противник. Надо ли? Очень хорошие штаны, если что. Не надо. У меня такие же. Не понял. Честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. А, у всех подвисло? Нет. Будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Я пока перезайду в Альтер, у меня Вовик завис. Но он сказал, что он произойдет.
малышка, беги! Че вы в центр бежите все? Ну, он в целом, он топит. Ну, его лучше. Точечно диспельте цель, которую мы бьём. Не поднимай это завистку. Дальше бить. Я бэр, ну... Почему-то да. Да. Там мах почти умер. Сука, заебал этот фир, блядь. Угу, шипа добиваем. Все, остались только ваши, кого вытягивать. Нас Кирия вытащил. Вытащил Кирия. Блять, сука, фир, блять. ЧМП. А да, просто отходил, но может пронесли. Пора вас Thank you.
меча выиграет от подобной глупости. Пали великие воины, и ради чего? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. И из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Блять, кто у тебя на кулаках? Дайте, пожалуйста, кулак под ДК и по Вару. По друидам. И по палам. Аздан. Нахуй, крикните кто-то, пожалуйста, бля. Даже да. Охуенный, блядь. И каску теперь сняли. Не, у меня сейчас было все, бля. И резко, и каска, и кулак все пропало. Почему-то. Боешка упала. Мы примем любой вызов. Чем могу быть полезен? Да не, 3,5 или 4. Король Лич понес тяжелую потерю. Что я боюсь? Страшные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Убой, это ты уже это... Господи, или нет? Нас гораздо больше. Да, я 4. Возьми ДК, Атлас сейчас гильдию плюсанет, мы с ним с ума не будем.
империю, на которой вы так бездумно построили. Да, свои может дома. Мои души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Блэйд, там если чё, короче, лужи туда за боссом разлилить, я не видел. Ага. Нет, вначале. Жоп не зарился, его убили. Это наш ДК, который поможет нам на суммоне. Альтруисты развели. Беги, малышка, беги! Далеко бы. Да постанели их просто. Николенький. Никола.
любой лоб плюс один сейчас на рейда. Я подвел тебя, господин. Все, ребята, надо будет пошли. Я вам не сумоню, ребята. Нас тут двое, сейчас мы быстро Лока засумонили. Мы вдвоем здесь сейчас, мы прям в инс зайдем, засумоним и выйдем. Лок, пришел сумон? Вон, пришел сумон, Виби, пошли. Пошли в инст. Лок, дуй ногами в инст. Шама, тебе нужна тренька? Лок, родненький, дуй ногами в инст. Ты напиши в речат, может быть, он не слушает. Не знаю, что вы там делаете, короче, но я уже лечу. А что, с Олом, типа, эта тренька не идет? Да всем она идет, я не знаю, чего. Пока у тебя... Ну, просто говно на всех, так что... Ну... В принципе, блядь. По крайней мере, если у вас какая-то обоссанная тринька зеленая, то можете эту одеть. Нахила стоит тринька. Вот все так говорят, идет, не идет. Когда у человека ничего нету, лучше это одеть, чем, блядь, слушать, блядь, не идет. Нахуй. Люди потом еще не ролят, ходят в говне в каком-то. Че за лаги начались, я не понял. Вот это шаман Fake Me Please, это Алиса? Нет. Лок, сумон тебе первому давали для того, чтобы ты в инст вошел. Я уже в инсте, зайдите еще кто-то один. Там второй лок есть, Виби этот просто ушел в К, давай чек нему проверим. Нет, он просто стоит у камня и смотрит в небо, значит. Сумоньте людей в инст. Если уж вы в инсте. Сумоните меня, я буду сумонить. А там мы знаю, присумонили человек 5. Вы можете встать в инсте и ничего не делать просто. Вы так лишь как. Лок у нас только вошел. Мы на два этого, лока есть на магика полетели. Давайте. Принимаем сумоны. Три танка будут. Тыкаем на сумму быстро. Я стрел в инсте сумму, не могу на сумму. Пошли трежбить.
Стой, а я что держу? Шредер. За фукады. Вы уже бьете боссов? Что? Еще учитывая то, что вас симонят, следовательно, время на перелетку экономит. Вы королей, да, бьете? Да. Могу СС по, ну да. Там шаман за ГП хочет забрать. Тех подводить сюда? Хожу налево, у него плечи. Снимите с меня там.
Да, шаман паладин разбойник. А сто хочется собрать ЦКП. Магик, родите, пожалуйста, обновление. А у нас не работает такое правило, как КПП? Или у него есть здесь КПП 10? Как? Ну, бля, если у нас же было правило, типа, можем ролить, типа, по аддону, если у тебя есть здесь КПП, не? Так оно идет не за ГП, все. Только если человек хочет забрать Т4, он забирает ее за ГП. А так все идет по виклику. Подождите. Это, допустим, если бы мне сейчас упали плечи, и они мне нужны, и кто-то хочет их забрать за ГП. Кто-то вообще, непонятно. Не кто, поставьте. И что, мне их отдавать? Хотя у нас правило, что здесь по роллу. И при чем здесь... Друїд, дам каску рибафні. Нет, за 10 тысяч. Ой, сейчас, я просто о другом. Мне непонятна сама немножко причина. Во-первых, этот шаман, я его вообще не знаю, я его не видел. Он забирает за ГП, учитывая то, что он в ВК не дал шмотки, которые хуже, чем у него одеты. Это первое. Во-вторых, ты сейчас, он сейчас, это ГП, но ему нахер не нужно. Он сейчас позабирает шмот за ГП, завтра ливнет. А ты забираешь по правилам. Может, Геру? Так как делали все, ходили по ионам шмотки и ходили по ионам.
Я просто к тому же говорю, что у нас есть правила, потому что у нас в обычке в этой все по ролу. Если бы я выиграл эти плечи, и кто-то хотел бы их забрать из АГП, я бы их не отдал, потому что по правилам у нас здесь все по ролу. И мне не интересно, кто-то хочет забрать из АГП. Ну а правила тогда зачем? Ну смотри, я просто у Тёмы спрашивал насчет, как шмотка идет. Он говорил, что если, ну, да, есть такое, мне говорил, за то, что дается за КП, это 4, если кому-то надо. Но он мне говорил, что перед рейдом человек должен говорить это РЛу. Прел был заранее в курсе, если что, поставить там, ну я так понял. Но он пишет. Нормально, это же хил, блядь. Он вас потенциально будет хилить и в дереве, блядь, и где-то. Я тебе скажу ник одного хила, который у нас был. Эксе он называется, который уже... Ну, как раз у шанов не хватает, пусть одевается. Айномаг, самонит Лока. Заберу эту утреннюю за ГП с вашего АП. Тыкни, они уже, кажется, убили. Уже в процессе. Ребят, доловить, пусть народ ловит ГП на говно. Вам меньше геморроя потом с ЦЛКшки получить шмот. Я тебе, опять же, говорю тебе ник шамана, рестер шамана, эксе. Мальчик тоже с первого дня начал все забирать за ГП, еще обижался, что ему не дают предвид шмоты, потому что он идет на холипала. Где находится этот решам сейчас? Неделю назад. Понимаешь? Сейчас, неделю назад. Сейчас он в думе. Изначально, да, что человек пидорас, мы можем узнать только после чего-то, да, после какого-то действия. Да, то есть, если изначально на каждом человеке клеймить его пидорасом, так нормальные гильдии не создаются, и как-то позитивное отношение в них тоже. Я написал, что это подозрительно, потому что люди обычно копят ЕП. Копят ЕП, чтобы брать что-то хорошее. Они с первого же дня начинают брать за ГП себе шмот. Тем более не бисов. Так, ребят, вам там сумоны приходят, нет? Не знаю, но пол рейда уже долетает так. Отстаньте от оленей, извращенцы. Зачем вам они? Так, ребят, лок и два тела в инсте есть? Я да, же есть. На кубе постою. Все, я полетел к Эреске.
чтобы не быть балластом. Я сам хилю 4-10, и один рейд с 20 выпадает, блять. Войт. Войт, резко началась, нет? Нет. М-м. Так, там будет пересбор, я так понял. А что мне похуй, не надо мне. Я больше за три. Переживаю, пока не с... Так Хант в ПВП-шмоте, пусть будет ему что-то. Ну смотрите, просто... Ну вы говорите, пускай будет, он не ДПСит. Ну а почему тогда отдали до этого шмотку человеку за КП, как он и хотел? А сейчас вы говорите, пускай она будет, когда человек хочет тоже забрать ее за... Так... Войт. Не, так подождите, мы сначала предупреждали, что за ГП будет ролить, а другие предупреждали, что за ГП будет забирать А4. Ну... Не вырулили, а теперь за ГП хотят забрать. Дай мне 10-48 ДП за тренинку. А оно у меня лежит. Я просто хочу забрать ее. Нет, я ее сролил рога. Роги за ГП не надо, но вару надо за ГП. Ну вот, ситуация похожая со штанами. Я ДК, блять, GD ДК. У Вара ПР меньше намного. Я говорю, мне надо этот ринг. Для анхолика она заебись. Я говорю, мне дай ГП. 248. Спасибо. Ну смотри, просто аналогичная ситуация с Триней. Человек не говорил, что он будет ее забирать за ГП, если что. Да, вот, и вы говорите со штанами то же самое. А, ну, отлично. Ребят, это пиксели, что ж вы... То есть, сейчас те, кто получили ГП за эти штаны, в следующий раз эти штаны им будут нахер не нужны. Никто не получал ГП за эти штаны. Человек хочет получить за них ГП и забрать себе шмотку, но ему ее не отдают. Yeah.
Можно меня, пожалуйста, на куб? Ярости недостаточно. Нужно подойти поближе. Нужно больше ярости. Так там плюсы были. Я присунула, но я хочу на кубе очень сильно. Слишком далеко. Или думаешь, самодовольный куралкая магия будет удерживать меня вечно? Изобретение будет моим. Кстати, кто по игромеху шарит? А скорость восстановления маны в бою может быть больше за счет символов и так далее, а чем 100%? Ну вот смотри, да, допустим, у меня восстановление маны вне боя 100 единиц. С помощью талантов, символов и так далее я могу в теории разогнать до 120% скорость восстановления маны в бою. Реальное восстановление будет 120% или нет? Ну, держи. Егор Вихров, вы тут? Молчи. Не берем. Просто интересно, возможно ли это? Ну вот ты в курсе, да, что есть два восстановления маны в бою и вне боя. Вот. У магов с помощью талантов и доспеха можно разогнать выше, чем 100%. То есть у тебя мало того, что штрафа не будет, так еще и бонус пойдет. По идее, в теории. Бдилку перекинь на ДДК какого-то. Мне кажется, ты до 100% на реген не разгонишь. Тут интересно. Ромб не прожал. Геро когда будет? Ну, не попадает по тебе. 12 секунд, куб. На самом деле у Протовара, по-моему, самый регенный игрок дает реванш. Но это не точно. По-моему, да, реванш дает самый большой игрок. Потом идет мощный удар щитом, и потом только спокойно. Нет, щитом на щит на первом месте.
Ну, спорить не буду. Особо не про товары. Есть на циркуле убийства, но особо не заморачивался. Да, я в спектрум тупо собрал. Раз 5 лет раньше. Кубе. Да нет. Я отрешил шаркерей в аспектере. Вообще лича. Ну да, там вары, мизи, блядь, станы в кайф только. И, короче, у нас на циркуле Халён в 3 танка убивается. Один на трэше стоит. Сету. И, ну, Сету стоял бы первый раз. Ну, саму Халёна варом только тюлю танчил. И 10. Всё. Я про 25 гер имею в виду. Обычки не считаются. Кубе. Ух, на тоненького было. Это нужно успеть на ДК зайти. Ну, в РС, я думаю, не такая толпа будет. Хуй знает, из ниоткуда появятся заначные БДК танки, и они все, блядь, плюсанут. Ой, 25. Что, вы допьете до кубов хоть? Что, Алиса, спина не болит? Не, вообще заебись. Думаю, ивенты ложились, нет? Походу, нет. Поглотит вас всех. О, заебись, щит легко пало. Мне нужен мешочек. Ты, кстати, видел пассер Даля? Нет. А, бля, ебать, сейчас ролила. Да и мне грудак тоже нужен. Блин, два сердоля, пиздец! Они тут по КД падают, типа? Чё, в РС сразу собираешь? Погоди, не начисляй, я зайду на 300. Альтрак, ты здесь? Вар, я грудак забрал, мне тоже нужен. Я это сова, амбассадорник. Вальтеру не накинул, ЕП. Мне на шансона накинуть. Ну, паладином, да, я сейчас захожу на корову. А тем, кто помогал суммонить, кто место уступил, не? А зачем?
Ну так у меня же два перса. Ай-яй-яй. Ну и ладно. И черный бриллиант выпал, наконец. Будет сегодня? Мастера не будет? Ребят, у вас, походу, недержание. Самый лучший джекпот, который у меня... Мне, кстати, тоже джекпот первым камнем. Мне первая монетка тоже джекпот выпала, потом брюлик упал.